На подворье Воскресенского храма праздник. Готовится к торжественному освящению креста, который установят на новом золотом куполе часовни памяти воинов-земляков. На церемонию пришли как простые горожане, так и люди военные, командиры воинских частей и ветераны боевых действий. Богослужение возглавил настоятель храма иеромонах Гурий. Благословляется и освящается крестное знамение сей, благодати Святого Духа, укрепление воды сей священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вознесися да крест твой, пока его нового жить, Иисус, щедро ты твоя, зары Христе Божие. Праздничный колокольный звон сопровождал процесс установки креста. Доверили ответственное дело офицеру-черноморцу, капитану третьего ранга Евгению Терешко. Часовня была построена в 1995 году по инициативе ветеранов войны в Афганистане. На стене установили памятные доски с именами сергиево-посадцев, которые погибли в локальных конфликтах прошлого века. Часовня эта, она очень нужна, и она дополняет вот весь этот комплекс наш. Она к месту, ко времени. Действительно, сейчас многие ребята даже вот пришли просто с пониманием того, что у нас... Вот у нас те, кто прошел на войны, через войны, есть свое место, где мы можем встречаться, ну, просто, не так, чтобы просто поболтать, да, а мы можем встречаться и поминать наших ребят. Новые кресты купол часовни – это часть реставрационных работ, которые возобновились в храме в прошлом году. Уже обновили кровлю, окна и двери часовни, наружные стены покрасили в красный пасхальный цвет. Внутри будет баптистерий – место для крещения, а на фасаде появится образ Христа. Реконструкцию часовни планируют закончить 26 сентября, ко дню 200-летия Воскресенского храма. Екатерина Фурсова, Антон Коврижных, Кирилл Емельянов, программа «События».